Всем привет! С вами Bloodlines, и сегодня мы дальше проходим и Пэшку, и Бэшечку нашу. Кто-то пишет Иб надо говорить, а я говорю и Бэшечка. Потому что это намного няшней и намного прикольнее звучит. И остановились мы на том, что мы не знали, что делать. Не знаю, может... О, бомж валяется, старый бомж, алкаш. Вставай, блядь, ну ёбаный шашлык, ну вставай. Что случилось? Боль прошла? Ну да, отпустила тебя, походу, водяра-то. А-а-а, что ты хочешь? У меня больше нет ничего, правда. Я хочу от тебя секса, безумной страсти. Ладно, постой, боже, неужели ты из галереи? Вот оно что, хвала небесам, я здесь не один. Наконец-то мы хотя бы кого-то встретили, потому что самим очень страшно было бы проходить это все место, местность это. Понятно, ты тоже не знаешь, что здесь творится. Должен сказать, мы с тобой оказались в затруднительном положении. Это необычные розы, когда они теряют лепестки, ты получаешь раны. Но это я уже понял. Я думал, я уже труп, спасибо тебе. А он, наверное, синими розами питается, да? А теперь самое главное, нам надо выбираться отсюда. Я с ума сойду, если останусь тут хотя бы на минуту. Ой, я так и не представился. Как невежливо с моей стороны. Меня зовут Гарри. Гарри. Это Гарри из этого, из Саунд Хилла, наверное. А тебя? Меня зовут ИБ. Что значит ИБ? Я не могу остановить маленькую девочку в таком... А, я не могу оставить. Так что я пойду с тобой, ладно? Фу, педофил. Вперед, ИБ. А слушайте, а наша... О! Плюванул. Смотрите, он плюнул на него почему-то. Ну, у него такая рожа еще страшная. Я просто удивился, правда удивился, вот и все. В любом случае, пошли дальше, будь внимательны к таким подозрительным штукам. Удивился, ты там... Эй, ты что, в меня вошел, что ли? Слушайте, ну ладно, да, все хорошо, но куда он пропал? Он ко мне, что ли, пропал? Как неудачно стоит эта штука? Отойди в сторонку, ИБ. И раз! Смотрите, а он, оказывается, может подтолкнуть. Он будет нам в таких делах помогать. Тогда можно идти дальше. Вперед! По коням! Ио! Что это? Что за руки? Блин, я... наши руки не для скуки. Я боюсь подходить к ним опять. Скорбящая невеста. И, наверное, скорбящий жених. Правая рука скорбящей невесты. А почему они неправильно стоят? И не, я к вам подходить не буду. Я лучше пойду дальше пока что. И опять же сохранюсь. Мы сохранимся. Все. Что у нас тут? Картина кофе с пирожным. Ну и зачем она тут? Я кушать захотел. Не мучайте голодом Блудлинаса. Ух ты. А тут смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что, они ко мне идут, что ли? Лабиринт. Я понял, что это лабиринт. Так, ладно. Ай, да что тебе пусто было? Ищи прямо на юг от красного, и от красного цвета. Так, нам надо как-то аккуратненько пройти, чтобы нас не пулькнули эти... швабры красные. В решении лабиринтов есть одна хитрость. Иди по правой стороне, со временем дойдешь до конца. Неплохой фокус, но это не меняет того, что потолок тут слишком низкий. Не говоря уж об этих странных штуках, у меня от них мурашки. Осторожно, не застрянь между ними. Блин, вы ко мне идете? Эй! Эй, уйдите, проклятые! Эй! Фу, кыш! Да как вы ко мне пришли? Идите сюда. Да чтоб вас... Да какого хрена? Какого хрена? Как вы чувствовали, что я там? Ну, падлы. Ну ладно, тут по крайней мере... Блин, зачем я туда шел вообще? К записке, к этой? Это же нелогично вообще. Это нелогично и яично. Пойду я лучше сейчас тут по-быстрому прочитаю. Любишь загадки? Офигеть, очень люблю. Ну, смысла тут вообще никакого нету. Тут только пустая ваза. Ну. А нет, смотрите, роза расцвела. В вазе больше нет воды. Походу, мы один раз можем это воспользоваться. Зачем я сейчас потратил? Ну ладно, ничего страшного. Глаза. Ой, что это? Чертовщина какая? Откуда на полу глаза? Не знаю, но один из них не пользовался визином, я смотрю. Эй, это воспаленный глаз. Нам надо, наверное, капнуть туда капелек. Ух ты, они закрылись, гляньте. Опа. Фу, противно. Картина с девушкой. Картина большой льдины. Картина со сперматозоидом, да? Глазу... А, это змея. Ну, на сперматозоид больше похоже. Картина какой-то пейзажа. Зачем они тут? Они специально только отвлекают эти картины.
Больше они ни зачем тут. Воу! Воу! Воу-хо-хоу! Ясно. Ясно то, что, знаете что? То, что это загадка. И я, походу, сейчас себя в жопу загоню сам. Сейчас. Все, походу, загнал. Так. Как же пройти? А ну-ка. А, блин. Так, я почти добрался. А, я, блин, ну почти. Ух ты. Нет, нет, чуть-чуть осталось. В жопу себя загнал. А ну-ка, выйдем из комнаты. Войдем обратно. Давайте вот так. Вот так. Это только вперед мы можем подвинуть, да? Блин, как-то по-тупому как-то все. Что-то непонятно. А ну, а если так? Эх, блин. А нет, тут уже никак. Сейчас надо попробовать еще раз. Надо подумать. Может как-то так? Вот так, смотрите. Тут вот сюда. Угу. Тут это уберем. Тут вниз. Вообще ее нахрен. Смотрите. А если бы эту можно было вниз бы отодвинуть? Что если как-то нам надо... Как-то с этой стороны надо заходить, я так понял. Блин, ну я сам себе ловушку делаю. Да. Сам себе накурочил что-то. Я понял. Или нет? Ладно, сейчас разберемся с этой. Так, ладно. Пробуем. Так, смотрите, я почти разобрался. Это сюда. Это сюда, наверное. Как же... Вообще нахрен убрать отсюда. Опять неправильно. Блин, да как же эта загадка? Она легкая, эта загадка, но... Че я туплю? А ну-ка, сейчас сделаем так, нахер отсюда. А, смотрите, ну если так... Сюда... О! О! Сюда, это сюда... Оу, е! Есть, глазные капли, отлично, отлично, фух. Ну, вроде она не такая сложная, но, блин, пятнашки эти гребаные, не люблю. Давайте сейчас закапаем глаза, посмотрим. Посмотреть в ответ. Нет, лучше использовать капли, а потом посмотрим. Потому что посмотрим. Воспаление прошло. Эй, ты куда? Ух ты. И? А почему оно перестроилось? Глаз, которому я закапала капли, внимательно смотрит в стену. Стена чуть-чуть отличается по свету. Я нашла потайной проход. Вау! На полу что-то лежит. Я подняла красный стеклянный шар. Классно. Только что с ним делать, я без понятия. О, смотрите. А ну, давайте пока что не будем. Давайте к картинке подойдем. Посмотрим, что она. А то вдруг что-то интересное мы пропустим. Хе-хе-хе-хе, цветы, цветы, это хорошо. Дай мне этот цветок, я тебя пропущу. Хе-хе-хе-хе-хе. Не давать. Отдать красную розу. Не, давайте не будем давать. Я умоляю тебя, ну хотя бы понюхать. Нет, не дам. Ну совсем немножко. Хе-хе-хе, ха-ха-ха-ха. Все, я поехал. Я поехал. Давайте лучше стеклянный шар сюда вложим и посмотрим, что будет. На обратной стороне рамы надпись. За большим деревом. За большим деревом цветут поля. Поля с коноплей для девочки той. Ладно, на, цветок. Ой, отдать красную розу. Погоди, Б, ты уверена, мне эта штука скажется подозрительной? Хе-хе. Нет, тогда не буду давать. Ну его в баню. Если Гарри Мейсон наш говорит, что не надо давать, значит не будем. Так, что там было написано? За большим деревом, да? Большое дерево. Но мы сохранимся, как всегда. За большим деревом. Слушайте, а что там было внизу? Я уже забыл. Может, что-то тут?
А, кстати, смотрите, руки меня не коцают. Слушайте, за большим... Ой, фух, я испугался. Деревья мы видели только в одном месте. Это место было там, где мы взяли яблочки. Наливное яблочко персидской бабульки. Так, подождите, стойте, я запутался, подождите. Где же я его брал-то? Ой, я брал его хрен знает где. А ну-ка, давайте пройдем, посмотрим. Слушай, я вообще правильно иду? Или неправильно? Ну, в принципе, проверим. Так, сорта... Сорта мы тут... Ой, аккуратно. Все. Тут, надеюсь, не упадет. Надеюсь, я правильно иду, потому что если я неправильно иду, то это мне хрен знает куда возвращаться придется. Только зачем я туда иду? Что-то мне кажется, я неправильно делаю. Ну ладно, проверим. Ну и как всегда, я дурак, неправильно не туда пришел. Зачем я сюда пришел? Блин. Ладно, ничего страшного, пройдем обратно. Видно, я что-то пропустил в тех комнатах и не взял. И сейчас мы это проверим, конечно же. Ля-ля-ля, мы идем и не придем. Кошки рожают собак, собаки нюхают детей. Так, сюда. Что же я тут мог пропустить? Какие тут могли быть деревья? Так, тут мы были. Тут мы взяли глазные капли визин. Проплаченные мне... Pharmaceutical Medical. Может, где-то что-то тут надо сделать? Может, почитать? Ищи прямо на юг от красного цвета. А, возможно, мы взяли это от красного цвета на юге. Что? Может, к этим штучкам надо подойти, не? Без понятия. Лабиринт. Лабиринт фауна. Фауна. Подождите, ну что-то тут можно, что-то тут нужно, что-то тут надо сделать. Только что? Любишь загадки? Я хочу с тобой поиграть в игру. Игра называется «Укуси за жопу негра». Я, в принципе, не знаю. Давайте сохранимся, опять же. Так, что-то мне кажется, что что-то мы в лабиринте не сделали. Опять же, юги. А ну-ка, давайте еще раз прочтем. Ищи прямо на юг от красного цвета. А, может быть, от этого красного, вот этого цвета, юг. Юг это вроде у нас там. Вот здесь где-то. Иди в сраку! Так, давайте на все стены клацать. Опа! Есть! Какой-то выключатель! Снаружи раздается шум. Какой шум? Что там произошло? Может, мы что-то открыли? Но что бы мы могли открыть? Может, с картинами что-то связанное? С теми, помните? Опа, смотрите. А тут двери не было-то. Так, тихо. Я все понял. Сохраниться, самое главное. Что это? Голова Пугачевой? Меланхолия. Я не знаю этого слова. Меланхолия, ха, но это вполне подходит для этого места. Меланхолия это типа как грустный, типа такого диван-фужер. Гигантский фужер, срезанный по диагонали, внутри которого лежит красная подушка. Не похоже, что в нем удобно сидеть. Да, вот эти слова ты все знаешь, диагонали, херонали, а вот меланхолия не знаешь, мозаика. Скелет, раскрашенный всеми цветами радуги. Это подделка, верно? Хреново. Вот, кстати, дерево. Чувствую. Извиняюсь. Продуло. Скульптура в виде дерева, слегка напоминающая человека. Тот, кто это придумал, уж точно не дурак. Точно дурак или что? Точно не дурак. Так, среди листьев что-то блестит. Я бы подобрала серебряное кольцо. Это же обручальное кольцо. Откуда оно здесь? Не знаю, откуда оно здесь, но что-то, наверное, с ним надо делать. А, смотрите. Так, подождите. Там написано было, ищи среди дерева, да, всякое такое. Сиськи не мне, жопу погни. Сейчас кольцо, кстати, наденем. Только кому серебряное на кольцо надеть? Так, надеть кольцо. Ну, давайте наденем, в принципе, на указательный... А на какой палец-то надевать-то, ёпты? На указательный палец, на средний палец, на безымянный. На безымянный вроде как одева... Да, неправильно. Это было неверно. Кольцо слетело. Ай, невеста. Ну, давайте еще раз попробуем на средний. Ну, может, на мизинец. Опять меня откусили кусок жопы. Скорбящая невеста. Ну, блин, тут даже ничего не написано о ней. Может, тот палец, который не двигается, надо надевать?
Ну ладно, давайте еще раз. Какой мы там? Мизинец на средний давайте. Ни хрена. Ну и последний. Ни хрена. Значит, ну будем методом тыка, в принципе, пробовать. Все равно у нас тут осталось. Да ёб, ты опять заново нажал. Да чтоб тебя собаки откусили. Ну что, таким же методом тыка сейчас будем одевать этому. Подождите, смотрите. Оказывается, тут руки скорбящей невесты. Это левая, то правая. Я думал, это скорбящего жениха. Давайте тогда тут на безымянное оденем. Ну вот, все правильно. О, теперь она счастливая. Кинула букет, сейчас мне он в башку прилетит. На полу лежит красивый букет. Я подобрала букет. И что мне с ним делать, подарить, что ли? А, и жених уже тоже, кстати, счастлив стал. Ну все вроде, да, все нормально. Сохраняемся. Только куда этот букет теперь всовывать? Вот у меня вопросик такой. Может, букет этот отдать этой картине? А ну-ка. Отдать букет. Вот, я отдала букет. Хорошо, спасибо, он хорошо пахнет, хе-хе. Ну а теперь пора обедать. Он мной будет обедать? Ах, было вкусно. Спасибо большое, как я и обещал, можешь идти. Просто продевай эту дверь, до встречи. Вот, оказывается, что надо было сделать. Всего лишь отдать букет. А если бы мы отдали розу, то она бы розу съела бы. А роза — это наши жизни. Что это за фантомас какой-то, я не понимаю. Так, на этом мы, наверное, закончим. Потому что я думаю, что-то тут будет невообразимо. И время, которое мы уже должны были поиграть, прошло. Так что ждите следующую серию. Скоро будет новая серия. С вами был Блудлинос. Всем пока. Всем удачи. Остался у нас последний месяц лета, так что не профукайте его, гуляйте на море, отдыхайте и всем пока.